Давайте открываем сундук. Смотрим, что в сундуке. Билеты. Сколько у меня этих билетов в лифт? Где их посмотреть можно? Где можно посмотреть, сколько у тебя билетов? А, типа, Battle Rift. А, у меня их 13. Слушай. Ну, давай поиграем. Против кого? А, против паука. Вот такой паук большой. Сейчас мы с ним сразимся. Икс. Опа, заезжаем ему прямо сюда. По жопе мы ему заехали. О, у меня кепочка красивая. Так, супер скорость какая-то у меня еще есть. Ладно, так, давай, мы главное... Ах ты гад, смотри, что он делает. Так, а что у меня назад машина не едет? Есть! Щелкнули мы паучка. И еще раз щелкнули, и еще раз. Босс расферепел. Так. Есть. Так, это что такое? Суперскорость? Давайте ее возьмем. Да. Ты будешь двигаться намного быстрее. О, давайте вот этого чувака сейчас попробуем щелкнуть. Ух ты, нифига я улетел как. Да. Намного быстрее стал двигаться. И сам себя я могу в два раза быстрее отщелкать. Ух ты, это что за мобиль такой. О, так, а что ты, гад, творишь-то? Ох ты, разрезала полностью. Всех, короче, никого не щадит. Никого не щадят эти крутилки. Опа. Так, а тут еще противников нету. Так, опять босс расперепел. Тройная у него. О-о-о, нет, эти штуки, какие они мощные. Ах, давай здесь постоим пока. О, бомбочка, 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 я хочу бомбочку взять. Ну, да, теперь я буду с бомбочкой. Так, бомбочка работает. Стреляет противников потихоньку. Ого, ого-го-го. А, все, меня отщелкали. Сколько мы что заработали, давайте посмотрим. А, немножко не доиграли до болтиков. Так, ребята, давайте прокачаем нашу машинку. А, что мы будем прокачивать? А, давай скорость прокачаем. Все, прокачали мы скорость и, в принципе, давайте поедем. Так, это что такое у нас? Все, играем. Угу. Так, у нас еще бензинчик может кончаться. Хорошо. Так, спин мы не будем крутить, мы сразу поедем. Все, поехали, погнали. Так, скорость у нас повышена, смотри, у нас какие мощные колеса. Так, ускоряемся. Ой-о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 й, ускорения нет. Ускорение кончилось. Ладно, понял, запомнил. Так, на бомбочку надо гасить сейчас. Блин, моя машинка разломалась. Ладно, едем. Сейчас будем аккуратненько. О, нас поймали, да ну нафиг, как так? Так, а чё, надо что-то делать. Есть, выбрались мы. Так, вот эту машинку сейчас я... Ох, нифига, что там такое едет? Какой-то бомбомет. Офигеть. Так, все, ускоритель у меня немножко есть. О, наверх, давай еще. Так, ну все, ускоритель у меня закончился. Ах, не хватило совсем немножко ускорителя. А бомбочки у меня есть. А, смотри, что делать. На, взорвись нафиг. На, взорвайся. Так, все бомбочки я потратил на этого полицейского. Полицейскую машинку. Так, вот это нужно нам догнать. Если есть ее. Так, о, видишь, сколько, смотри, алмазиков выпадает из нее. Ну, здесь их много, машинок. Давай. Сколько у нас там этих алмазиков, я не вижу. А, вон, сверху, 183 алмазика мы набрали. Хорошо, прям отлично. Два против двух. А, возьму-ка я Феникса на этот раз. И попробуем.
сразиться. О, у меня Тесла, дружище. Ладно, поехали. Поехали. Я, наверное, где-нибудь вот здесь встану. Вот, ой-ой-ой-ой, как они в меня, смотри, попадают, а? Так, давайте быстренько подлечимся. А-а-а, это как ты, гад, забрал мою эту лечилку? Он реально мою лечилку забрал. Так, как так, а? Давайте зелененько, может, мне зелененьким будет получаться лучше. Арахнит, ну, обычно арахниды, ребята, слабые. Сейчас мы это проверим, слабый он или нет. Вот здесь я встану сейчас. Наверное, здесь. Так, ты куда-то побежал-то, алло. Ладно. На, так, все, арахнит у нас уничтожился. Теперь вот этого надо уничтожить. Давай, едь сюда. Ну, главное, арахнида мы уничтожили. Так, он там спрятался, слушай, ну ладно, я пошел. Не знаю, будет, что будет. На, получи, я тебе огня. Опа, победа. Наконец-таки долгожданная победа. Первая звездочка. Отправимся дальше. Почему-то, когда я взял зеленого феникса, я стал выигрывать. Угу. Ох ты, Тесла. О, не Тесла, а этот, как его, слон. Слон у нас. Со слоном играем. Ух ты, что это такое было? Тихо. Едем. Мне вот этот нужен. Мне нужен вот этот чувак. Нет, давайте отходим. Сейчас я подлечусь. Мне нужно срочно подлечиться. Чуть-чуть подлечились. Ух ты, моего слона уничтожили. Ёлки-моталки. На, есть, один есть. Теперь вот этого. А, не смог я его уничтожить, к сожалению. Ну, одного хотя бы я уничтожил. Так, ух ты, я с орлом буду драться. Напарник орел, ну ладно, давай. У меня, кстати, тоже есть орел. Так. О, вижу еще сундучок. Сундучок. Так, все, баночку я взял. Ну пошли, орел. Ты что там стоишь, там сейчас отравляться будешь. О, смотри, орел бежал прямо на меня, бедолашка. Так, кто там мне стреляет? О, вот еще один орел. Давай. А, что это орел так стоял, долго думал. Ага, убили нас, да? Минус 2 кубка. А, играем снова. Сейчас я не знаю, с кем я буду играть. О, с Булом. Никита. Ну давай, Никита. Молодец. Ничего не могу сказать против. Ох ты, сколько. А чё я туда-то начал стрелять? Так, ладно. Открываем сундучок один. Вот второй. На тебе. Тут очень много, тут очень жарко становится. Надо отсюда уходить. Да, ушел я. Я иду направо, а оно идет налево. Это вообще нормально? Так, 3 секунды осталось. Иди, ищи мне вкусняшку. Бул. Да, что-то сюда пришел. Я видел где-то здесь вкусняшку. А нету здесь нифига никаких вкусняшек. Куда делись вкусняшки? Да как? Вообще уничтожили. Прям вообще на изи. Бедолашка Никита со мной играл. Да-да-да. Из-за меня, мне кажется, его убили. Ребята, если вы хотите со мной поиграть в Brawl Stars, то пишите в комментарии. Обязательно вместе поиграем. Ну что, давайте поиграем. Бурито Бизон. А, промахнулся я, прикинь. Он успел убежать, удрать. Зломбир, телепортироваться. О, перчатка. Раз, два. Кстати, реально стало выше прыгать. После того, когда я перчатку эту улучшил. Гендальф. Ну, сильно высоко он у нас. Гендальф, мы его не взяли. Во. Так, следующая локация. Где у нас мишек много? Бочки. Наконец-то. То что-то уже давно в бочки не играл. Вот, скорость. А, и скорость упала, прикинь. Так, прыгалка. Два, три. Все. Кончилось. Прыгалка наша. Еще одна прыгалка. Давай еще раз. Раз. Ой, стена. Ну как ты не вовремя появилась? Бочки.
Во! Ну, не особая скорость-то мне дали. Это бочка. Еще раз бочка. Ну, давай. Да, что-то бочка, она не очень эффективная. Лучше бы я перчатку взял бы. Ох, опять этот полицейский. Ну, давай. Ой, как эти полицейские мне достали уже. Так, ракетка. Ну. О, перчатка, спасибо. Раз, два, три. Три раза щелкнулись. Давай, пробивай стену. Да ну ё-моё. Ой, чуть-чуть не хватило нам пробить стену. Ну да ладно. Так, отправляемся дальше. Оп, ах ты, смотри, исчезла, да? Какой он сложный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам нужно допрыгать куда-нибудь подальше. Все, смотри. А, нет, помогло нам. Так, а ну, ух ты, я вот эту штуку хотел. Гендальф, ну давай. А, смотри, стена мне помешала вообще Гендальфа доиграть. Вот еще один Гендальф. Бомбочка, бомбочка, есть. Так. Вармишка. Все. Заканчиваются силы у меня, а нет. О, прям вармишку, прикинь. Денежку взял. Перчатка. Раз, два, три. И стену, мы пробили стену. Ага. Все, полицейский меня словил. Да. Ну, хорошо.